Распространены очередные кадры боев полка «Азов», который стал страшным сном оккупационной российской армии. Кадры боев распространены в украинских телеграм-каналах. На кадрах, где представлены эпизоды операций подразделений полка «Азов», «Днепр», «Кракен» и сил специальных операций, видно, как украинские бойцы уничтожают военную технику, боеприпасы и живую силу противника. Представляем вам эти кадры.